сегодня примерно в половине 12-го, будем считать в полдень, в редакцию телевизионного агентства «Урала» посыпались тревожные звонки от граждан, проживающих в Екатеринбурге, вблизи от отдела полиции номер 5 и даже от прохожих, оказавшихся свидетелями необычного, если не чрезвычайного происшествия. Из окна третьего этажа полицейского билдинга сиганул человек и полетел, соответственно, вниз. Но внизу его ждал козырек над крыльцом, так что летел он на один этаж меньше, чем мог. Все это сопровождалось грохотом и громкими криками, что у одних породило мысли о ДТП, а у более впечатлительных и с более богатой фантазией о чудовищных пытках с применением ядерного и химического оружия, от которых бедолага попытался улететь через окно, несмотря на его трехэтажность. Я ничего не могу утверждать, потому что я не видела момент, когда он, собственно, выпал из окна. Этот момент я не видела. Я только вот видела открытое окно на третьем этаже, вот в полный рост открытое окно. Почему я и поняла, что оттуда именно он упал. Вот. Спустя какое-то время двое сотрудников вылезли к нему в окно, то есть ну, из окна к нему на козырек, и быстро затащили его обратно в окно. Только уже, ну, соответственно, на второй этаж, откуда они сами и появились. Через некоторое время возле полиции образовалась скорая, в которую занесли пациента, и с ее отбытием вроде для зрителей все закончилось. Продолжение в официальном пояснении, полученном нами из Главного управления МВД по Свердловской области, в котором говорится о гражданине Республики Таджикистан 1979 года рождения, которого доставили в бывшее Ленинское РУВД на углу Куйбышева-Сака и Ванцетти, даже не для допроса, ибо никакого процессуального статуса он на тот момент не имел. Сотрудник угрозыска сопровождал мужчину в кабинет на третьем этаже для опроса в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, суть которых не раскрывается, когда тот неожиданно рванул к окну и прыгнул вниз. Когда его подняли с козырька над крыльцом, по внешним признакам никаких повреждений полицейские не заметили, но тем не менее вызвали скорую, которая увезла его для более детального обследования в больницу. Полиция же сейчас занимается выяснением всех подробностей попытки бегства из отдела полиции номер 5, доставленного туда иностранного гражданина.